празднуя крещение Руси, вспоминая великого князя Владимира, который принял откровение Иисуса Христа и включил его в духовную, культурную и даже государственную жизнь нашего народа, мы должны помнить о том, что вера православная есть тот столб, тот стержень, который никогда не даст Руси быть порабощенной или разрушенной. Это слова святейшего патриарха Московской всей Руси Кирилла. Я думаю, что они очень уместны сегодня, в день памяти святого князя Владимира. Перед тем, как разбирать нам часть литургии святого Иоанна Златоуста, в которой произносится символ православной веры, хочется несколько слов в день его памяти сказать или даже спеть о святом князе Владимире. Тропарь. Подобился еси купцу, ищущему доброго бисера, славно державный Владимире, на высоте стола сидя матери родов, Бога спасаема руки его, испытуя же и посылая к царскому гробу, увидите православную веру. Обрел еси бесценный бисер Христа, избравшего тя яко второго Павла, и отрядшего слепоту во свете купели, душевную купе и телесную, тем же празднуем твое успение. Люди твои сущие, моли спастися, державы твоей российские, начальником и множеству плодовы. Ну, мы с вами не начальники державы российские, относимся к разряду владов. А символ веры, предлагаю сегодня послушать, Гречининера, опус 29, номер 8, солист Алексей Антонов. Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, свет от света Бога истина от Бога истина. Ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечася, распятого же заны при Понтистем Шедшего на небесах.
сегодня, братья и сестры, мы с вами прощаемся. Завтра нам предстоит интересный разговор о кануне Евхаристии. Всего вам доброго. Братья и сестры, приглашаю вас на предстоящие выступления нашего хора. Наши концерты проводятся в формате концерт-лекции, то есть перед каждым произведением я что-то говорю о музыке, о содержании произведения, об авторах и так далее. 11 августа, зал Третьяковской галереи, концерт в преддверии Успенского поста, посвящен земной жизни Пресвятой Богородицы. Песнопение в честь Богородицы и песнопение праздника Успения. Дворец культуры «Чайка», ближайшее метро, станция Семеновская. Песнопение в честь прошедших праздников Рождества Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня и русские народные и военные песни. В сентябре, когда мы отмечаем День города, вспоминаем и Бородинскую битву. И 27 ноября – это театр «Золотое кольцо», там, где было выступление у нас в мае. Тоже в преддверии Рождественского поста песнопение из литургии святого Иоанна Златоуста, накануне память которого празднуется рождественские песнопения и русские народные песни, которые вы еще пока нигде и никогда не слышали. Ссылочка по нашим концертам приводится внизу.